камера. Спидометру Лады доверять нельзя, особенно у Лады Гранты с автоматом. Видите? Уже на двух телефонах мы сверялись. Нет еще даже 80 километров в час, а реальная скорость, по крайней мере по GPS, уже подбирается фактически к этой отметке, а то и превышает ее. То есть камера на 60. У вас не получится ехать, что называется, на уровне чуть-чуть до 80 и не нарушать. Но вообще это большой косяк, очень большой, потому что спидометр всегда машине должен занижать реальную скорость, а не завышать ее. Thank you.